этого дождались. Появились новые сливы сезоннего обновления Stardew 2. Сегодня вы узнаете о новых аватарках, о намеках разработчиков, а также точную дату выхода обновления 6-го сезона Stardew 2. Всем привет, с вами я, Stardew Gamer. Не забывайте ставить ваш лайк и подписываться на мой канал с колокольчиком. Ну и всем вам желаю приятного просмотра. Понеслась! Первая и горячая тема дня – это слив новых аватарок 6-го сезона. Они были обнаружены в Google Play и App Store сегодня на польском регионе. На аватарках изображен новый персонаж с карты Sandstone, новый персонаж КТшник. Вы, наверное, можете подумать по логотипу на его шлеме, что типа это логотип нового сезона и так далее и тому подобное. Но на самом деле, ребята, это не так. Потому что мне удалось найти в интернете фотографию, оригинальную фотографию этого шлема войск. И вот как она выглядит. И именно из этого следует, что на аватарках, изображенных в Google Play и App Store, именно вот эта вот деталька на шлеме, это просто элемент декора, а не какой-то логотип нового сезона. Следующая тема дня – это намеки от самих разработчиков. Были обнаружены ID их аккаунтов в стендоффе, и они на своих аккаунтах на Авы установили очень интересные картиночки. И мы можем обратить внимание, что на них содержится фотография с карты Зоны 9, а также с карты балкона на Сэндстоуне. Вот теперь мы можем рассуждать, что же это значит. Либо эти фотографии были сделаны просто типа что намек, то что да, типа эти карты будут изменены, что уже давно известно. Ну или же эти фотографии именно обозначают четкие места, которые будут переработаны на новых картах. Или же, не, ну просто так эти фотографии ничего не значат, не могут, по-любому. И это значит, что, скорее всего, будет передел балкона в Сэндстоуне, а также на зоне вот это место тоже будет немножко переделано. Ну, вы, ребят, тоже можете написать в комментариях, как вы думаете, как, насколько сильно будут изменены карты в новом обновлении. Ну, мы переходим к следующей теме. Ну а прямо сейчас я назову вам точную дату выхода трейлера, а также самого обновления 6-го сезона Stardew 2. Не верите? Сейчас поверите. Прямо сейчас на канале Stardew 2 Киберспорт идет прямая трансляция турнира Epic Stardew 2. И она, этот турнир, проводится с 7 по 20 августа. 20 августа это уже завтра, а это значит, что предположительно, что именно завтра, либо же в конце трансляции, либо же как это произойдет, но в любом случае трейлер будет выпущен именно завтра. Ну а само обновление Stardew 2 выйдет 1 сентября, как это было и с 4-м сезоном. Разработчики перешли на систему полугодовых сезонов, и поэтому ровно через полгода назад вышел 5-й сезон, ну и ровно через полгода выходит, как и был с сезоном Legends, он вышел 1 сентября, ну и с этим 6-м сезоном будет то же самое. Вы, ребят, просто можете этот момент вот вырезать с этого ролика и просто запомнить эту вот мою фразу, мою эту дату, и вы просто узнаете, что я был прав. Просто потом реально пишите в комментариях, там был я прав или же нет. Ну а это все, с вами был Stardew Gamer. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.